Размах впечатлил, уровень организации мероприятий, работа волонтеров впечатлила, работа транспорта впечатлила, преображение города впечатлило и обрадовало. Знаю, непрерывное восхищение, восторг, гордость за Казань, Татарстан и Россию. Самые теплые, самые положительные эмоции, непрерывно, в течение всех 12 дней. Во-первых, участие титулованных спортсменов во все времена для соревнований считалось, наоборот, престижным. Это здорово. Может быть, этот студент, который приехал с какой-то далекой глубинки, он никогда бы этого спортсмена и не увидел в жизни, он с ним соревновался в одном бассейне. Все с оптимизмом глядят в будущее, что касается 2018 года и поезда «Сапсан», который будет ходить к нам. 3,5 часа, и вы в Казани. 3,5 часа, вы в Москве. Это будет в Подмосковье.